от Бога получили эту силу. Они же были вместе на небе, понимаешь? Это сатана не и он стал как бы, ну, поехали. И Бог выгнал его на землю, чтобы он не издевался над нами. Вот так. Монашему чёрту. Ну, не по вашему чёрту, а по нашему дьяволу. Дьявол, ну что там, это одно. Я сначала работала в Сухиничах на штамповке, крышку штамповала. Здесь я 40 лет уже почти. 40-й на этом предприятии. Окончательное зрение, вот, наверное, уже теперь года 4 тому назад. Дело идет все хуже и хуже. И вот может через 2, через 3 года вообще закрыться. Светоощущения даже не будет. У меня день темнее. Я вижу темно. День вот поярче. Вот сегодня я поярче вижу. Что за причина? Сосуды, говорят. Как я сейчас вижу в темноте, вот силуэты там, точно так же и сон, и сны так же. Все это в темноте. Ну как темнота? Оно все равно темновато. И лицо вот уже не видно, что там глаза там или что там. Ну вот просто вот ощущение чувствуется, что вот ты видишь, это мама твоя. Вот и все. Или папа-то. Так, видишь, ну, деток, ну, я вижу своих, конечно. Или там маму свою, которой уже 30 лет нет. Я лучше видела, конечно. В школе училась я в зрячей. Но как училась, конечно, неплохо училась. Неплохо, но учителя не напрягали меня. Если честно говорить, читать... Сильно меня никто не напрягал. Уже учителя знали, что я плохо вижу. Но я как способная была, вроде девочка, и они меня в школу для инвалидов по зрению не отчислили. Брата отчислили, он похуже видел, я получше видела. А учились мы вместе, пошли, я двойняшка. Я и операции делала, ну, склеропластика это обыкновенно. Так операции нам не делают. Не могут ничего делать. Поэтому ничего не получается. Я бы рада. Хоть и 20 бы сделать, лишь бы видеть, но, увы. Плохо слепым. Не дай бог никому. Очень плохо. Очень. Я раньше и плакала, а потом уже все, хватит. Без вас. Вы будете, 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 вы
Нет, тут нет. А пачкаться надо? Сколько времени-то у нас? Я не вижу, как ничего, я не вижу почти ничего, да, то есть я вижу свет, у меня светоощущение хорошее, я вижу тени какие-то, которые, допустим, если я буду идти по дороге и будет стоять человек, я могу не наткнуться на него, но я не знаю, что это человек, я могу понять, что это предмет, препятствие, а человек это дерево, столб, этого я не пойму, но когда буду подходить близко, я могу уже увидеть препятствие какое-то. Зрение потерял в 5 лет. До 6 лет я лежал в больницах в разных. В основном очень долго лежал в Москве, в Морозовской больнице. Я не знаю, повзрослел я после того, когда потерял зрение, не повзрослел. Тут трудно сказать. Но я сейчас не помню своих ощущений. Я просто помню, что такие вопросы я задавал уже потом, наверное, когда родители об этом рассказывали. Они меня не ограничивали, меня отпускали на улицу с другими ребятами. Я один выходил на улицу. Когда мне было уже лет 7, наверное, нам провели газ. А так как у нас были печи и нужно было людям где-то хранить дрова, уголь, у каждого был сарайчик. Так вот этот сарайчик уже стал не нужен. И вот мне его отдали, я в этом сарайчике сделал себе столик, там собрал свои все инструменты, там сидел каждый день. Что-то делал, что-то мастерил. Мое первое нормальное изобретение была такая кривоногая, но все-таки табуретка. Вот я ее сделал сам, с гордостью принес ее домой, она долго у нас дома была. То, что меня не ограничивали, то, что меня воспринимали как обычного ребенка и не говорили, что ты не сможешь, потому что ты слепой, а говорили, почему ты не можешь делать? Бери и делай. Вот голубей содержали, казалось, ну, говорит, ну что ты не видишь, зачем тебе голуби нужны? Нет, разрешили построить голубятню. Вот, и отец же помогал ее строить. Я завел голубей, тоже вместе со всеми ходил, держал голубей, гонял их. Я когда в 90-е годы стал заниматься бизнесом и часто ездить стал в Москву за товаром, то первое время я ездил сопровождающим. И через короткое время буквально я понял, что поехав один, я гораздо хуже стал ориентироваться. У меня уходят навыки нормального передвижения в пространстве. Я уже делаю шаг, нога моя так или иначе тормозит, она боится куда-то туда наступить, то есть появляется какая-то скованность. Поэтому я стараюсь как можно больше и почти всегда ходить самостоятельно.
Но когда люди предлагают помощь, я не отказываюсь не потому, что я в ней нуждаюсь зачастую, а потому что я понимаю, что отказав, я могу сделать хуже другим, которые незрячие, которые не могут самостоятельно ориентироваться. Потому что этот человек потом может просто не подойти и не помочь кому-то другому. Не люблю я ветер. Вот ветер – это единственное явление природы, которое я не люблю, потому что оно мешает мне ориентироваться. Потому что когда шумно, я иду, я не слышу движения. Был у меня в детстве страх один такой, я боялся оставаться дома. Я в зале включал свет и находился дома. А вот когда я обращал свой взгляд в сторону спальни, в спальне света не было, и мне почему-то всегда вот казалось, что вот там оттуда выходит какой-то черт, да, и что-то такое вот страшное. Поэтому я всегда или закрывал спальню дверь, или спальню тоже включал свет, чтобы этого не было. Мужчины нашего коллектива поздравляют всех женщин еще раз с праздником, а коллектив дарил, дарит и будет дарить вам хорошие и добрые песни. Как раньше играли артисты, это естественно, вот прям вот натуральные, настоящие. Посмотрите, вот эти белые росы, дело было в Пенькове. Это же вообще, хоть каждый день их смотри, наверное, и всем нравится. Там все-таки как-то все жизненное, мне кажется. А сейчас все наигранное так. У меня очень много читает внук старший, он сейчас в армии. Нет, я же не читаю, я читаю только говорящий. На флешках, да, читаю обязательно. Всегда читаю. Вон они, книжечки стоят. Эти мне песни слушаю, книги читаю. Только на слух. Вот такие флешечки мы сюда вставляем. Вот. Потом раз, и все. Включаем воспроизведение. Я тебе сознаюсь, Настенька, говорила Люля, взмахом вот головы откидывая назад пшеничную россыпь стриженных волос. Я ложусь спать и слушаю. Я говорю, утром встану, выходной, я слушаю. Силами, вот сейчас свободно, я буду сейчас вот тоже. Я раз без них уже не могу. Книги надо слушать, конечно. Знаю. Если я еще правильно помню, испанская партия начала. Так. Белых хожу, Е2, Е4. Черные отвечают Е4, Е5, Е7, Е5. Конь F6. Конь C6. То, господи, F3, конь F3. Конь C6. Белая клеточка ниже черных, черные выше.
Это, наверное, вы можете видеть. Вот. А чтобы шахматы не сдвигались, у них, вот видите, ножки и дырочки сделаны. Ставишь ее, она уже, я, не сдвигается, когда руками трогаешь. Пожалуйста. Вот чем отличается черная от белой? Вот видите, у белой прорезь идет, а у черной, вот видите, гладко. Вот и все. Я сегодня, к своему сожалению, гораздо меньше читать стал по Брайлю книжек художественных, еще какой-то литературы. Вот, я все больше, конечно, слушаю. Чтобы почитать обычную брайльскую книжку, я этого не могу делать в метро, в автобусе. Книжки большие, их да и как-то не очень, да. А слушать я могу в любом месте. Поэтому, конечно, больше сейчас идет аудио. Как не ужасен сарафовый, пястик не федор. Проснулась память давних дней. Ужасный тихий, летят из окон, и двери свершенные грехи. Эмили Дикинсон 2, перевод Фантессы, перевод Чицеру. Ник Урой, интерес Рассел посещает. Один, новый статус, в районе Лоу, поры 2 никаких. После смерти отца, уважаемого человека, Фрэндалика, погибшего в результате несчастного случая. Если я хочу эту книжку слушать, я нажимаю Enter, она у меня загружается уже в программу Max Reader, и он будет читать мне эту книгу. На дачу, доставшуюся ему по наследству, проникают неизвестные, переворачивают все вверх, но он и уродует отцовских машин. Затем кто-то похищает мать Анатолия, требуя в качестве выкупа нечто ценное, но не уточняя, что именно. Вот я слушаю на такой скорости, уже привык, то есть спокойно. Электронная почта есть у меня, и WhatsApp, и я пользуюсь айфоном, и я даже ищу любую информацию в интернете, на компьютере. У меня есть свой сайт, который я уже забросил, давно за ним не слежу, но все равно. Вот это то, что сегодня позволяет мне на должном уровне получать всю информацию, то есть не отставать. Это строка Брайля. Она выводит то, что есть на экране. Вот сейчас у меня стоит ярлык «Мой компьютер» написано. «Мой компьютер». Вот я курсор перевел. Вот здесь он у меня пишет «Корзина». Еще не «Интернет-эксплойер». «Мои документы». Вот написано. И Бера пишет, куда хочу свалить, то куда. Ваша конституция не может быть слова. Все выше и выше. Идем там на разум, что еще такое. Стиральная машинка вот какая тут. Восьмой выпуск. Популярные смартфоны обновились. Это вот у меня идет, висит костюм. Потом висят к нему рубашки, потом висит следующий костюм, и к нему следующие рубашки, чтобы я не перепутал, какие рубашки к какому костюму. То есть вот так. Вы знаете, с годами у меня появилась такая проблема. Раньше я нормально ходил, с нормальными глазами, открытыми, как положено, а сейчас для меня стало проблемным даже сфотографироваться. Я всегда или увожу взгляд куда-то, или начинаю хлопать глазами. Мне говорят, что ты закатываешь глаза? Я говорю, я не знаю, я не закатываю. Что-то вылупился там или еще, знаете, вот так вот. Ну, вот какие-то такие неестественные глаза получаются. Вот были такие случаи в моей жизни, когда мы сидели за столом втроем и общались. И я ловил на себе взгляды и понимал, что мои собеседники обмениваются взглядами тоже. И когда там пытаются иногда зрячие люди вот перед незрячим человеком что-то там друг другу кивнуть, сказать, они думают, что человек не увидит. Нет, человек это почувствует и поймет. У меня нет друзей. У меня нет друзей вообще, у меня есть товарищи, с которыми я общаюсь, а друзей у меня нет. Друг – это тот, которому я могу ночью позвонить и сказать, слушай, могу я к тебе сейчас зайти? У меня есть определенные проблемы пообщаться, да? Вот. А товарищ – это тот, который где-то могу с ним пересечься, встретиться, могу сидеть с ним кофе вместе пить, там, чай, даже водку
коньяк, но я знаю, что в тяжелую минуту я к нему не обращусь. Замечательно, спасибо. Воздухом обитаешься, да, Саня? Да. Вот это, наверное, лучше, чем тот, да? Да. Это дамские пальчики, да? Послушай, в детстве я всегда знал, что дамские пальчики — это что такое вкусное без костей. А это... А это с костями. А это притом какой-то безвкусный из костей. Товар не хочется брать. Что? Все, домой? Спокойной ночи. Давай. Так, по перемену. О, ровненько, никуда. Когда в 90-е годы у меня хотели отобрать бизнес, и у меня ОБЭП вытащил весь товар, и я стал почти банкротом, а был серьезным предпринимателем, я обратился ко всем своим, так сказать, друзьям с просьбой дать мне временно взаймы денег буквально на полгода, чтобы я мог заново раскрутиться. И тогда был только один человек, который дал мне денег и сказал: «Сань, на тебе денег, когда сможешь, тогда отдашь». Я считаю, что это был поступок друга. Сейчас, когда у меня отобрали бизнес, оказалось, что те люди, которые вокруг меня были, которые считались моими даже товарищами, может, не друзьями, они просто этим воспользовались и на этом нажились. А до этого они считались моими товарищами, с которыми мы сидели часто у меня на кухне. Ну, вы меня спрашиваете, что на них? Вы меня что, испытываете? Не буду вам отвечать на такой вопрос. Знаете, у вас у журналистов такая потребность. Вы приходите домой, и вам больше интересно, когда какая-нибудь фотография стоит и перевернута вверх ногами. Потому что если человек не знал, как ее поставить, поставил вверх тормашкой. Вот вас это больше всего интересует. Я всегда мечтал о том, чтобы у меня была семья, чтобы у меня была жена, чтобы у меня было детей, как минимум трое. Вот. Чтобы у меня был свой дом, не квартира, а дом. Но в будущем я женился, у меня родился ребенок, я развелся через 10 лет. С тех пор я не женился. А потом уже как-то вот привык, и сейчас я живу один, и мне уже комфортно. Но мечта о доме у меня так и осталось. Я хочу все-таки иметь дом и участок. Я хочу ковыряться, хочу выкопать пруд, разводить рыбу, хочу завести курочек, голубей. Наверное, не обратили внимания, на полу я ее выкинул всю. Она сохнет, вся мелочь одна. Я очень люблю на даче, мне в земле копаться, я ж приду с работы и пошла себе. Теперь уже все. Теперь пока или вот с мужем пойду, или дети приедут, или сын отвезет на машине. На даче так вот подруга придет моя, она рядом со мной, посидим. А так нет, уже все, не стали ходить друг к другу. Ну, Люда вот ко мне еще придет, вот это тоже вот из коллектива Левченко. Она приходит. Когда чайку попьем, посидим. Я вообще говорю, не надо унывать. А зачем? Зачем? Тогда вообще не надо жить. Если я инвалид, то что, не надо смеяться и улыбаться? Надо, наоборот. С любимым
человеком встреча, спасение людской души. Сияли люди, словно свечи, точились, как карандаши. Ждем следующий раз еще больше.